Доброго всем времени суток, с вами Тексер, с нами Эратус. Так, два очка нафиг не надо, тут все готово, погнали. Я могу что-то интересное взять. Ксоглазия, им всем от меня жахнуть. Сила заклинаний, бесполезная довольно штука, ну можно взять. Кстати, так, что у меня 46, но такое себе. Так, как пойдем? Источник душ нахрен не надо. Я вот сюда пошел. Пусть меня научат. Но тут это срань сидит непонятная, а? Ну, зато почти прямой выход. Тут источники душ не нужны. Тут такая срань сидит. А пойдем вправо. Ну, какой-то мужик в красном капюшоне. По роже вижу инквизитор. Так, давайте что-нибудь возьмем с собой. Вот этого. Смертные содрогнутся при виде меня. А то есть, еще больше, чем раньше. 70 мана. Офигенная вообще штука, которой нельзя пользоваться. Потому что у меня столько маны нету. Погнали. Вперед. А, ну да, выбрать. Вперед. Навешаем люлей. Я не думаю, что я за эту серию дойду. Но когда-нибудь я дойду. Ну давай загружайся, игра что-то такая медленная. Все равно к концу какой-то медленный стал, видимо, это обновок все такое. Но это понятно. Ты кто? Инквизитор. По-моему, не встречал. А, это когда знаменосец, елки. Вот инквизитор я, по-моему, не встречал. О, окей, окей. У меня тут сила заклинаний, знаете ли. Так, кого я не люблю больше всех? По-моему, тут козлину я не люблю больше всех. Нафиг. Хорошо зашло, мне нравится. Так, тут чего? Снимает все бафы. На них бафов нету. Стрессовый урон им не нужен. Да поэтому давай. Хоп. В засаду. Вампирчик, заряжайся. Ну, лишь макнешь, что ли. Так, ты что делаешь? Талант еще раз. Такое себе. Давай, физическая атака. Ну да, блок. А что я хотел? Знаменосец-то воевать научился? Оберег нас не волнует. У него щитов как-то, не знаю чего. Так. Бафнешь, нет, жахнешь. Вот так вот. А что они не загорелись? А видимо, он не поджигает атаку-то. Что я взял? Хрена все как. А, нет, на 10. Выглядело страшно, но на тебе. Так. Ловите. И назад уехал, да? Ну ладно, всем гореть. А ты не мог бы помереть немножко? Да, проклятие рукожопия. Так, у этих щиты, поэтому дайте я вот этого жахну. Так, сколько у тебя здоровьишка? 46, но у тебя есть броня. Получай. Чё-то как-то не очень, да? Повторите, пожалуйста. Твоей первой ошибкой было родиться. Бросить вызов мне последней. Давай ещё вот этого. Ты как его слабо-то? Не надо. Так, ну это он всех, неинтересно. Каждый баф или дебаф. У тебя есть бафы, дебафы? Ну, есть немножко. Давайте. Опачки, 26. Чё-то как-то не впечатляет. Отстанет вампира. Поджигание. Ну, поджигай. Лечить? Не, пси-здоровье. Пси-здоровье может кого угодно пугать. Так, давай. Заигнорим броню. Помереть не хочешь, сколько у тебя? 5 хп осталось. Серьезно? Ладно. Ну, вот с этой позиции мне он больше нравится. Так, то он еще назад отъедет. Надо ее вперед. Не надо. Ну да, вот так.
Отъехал совсем, да? Промах. Да что ты горишь-то? Так, ну они все там горят. Давайте инквизитора фигачим, что ли. Как неубедительно, да? Ты что сделал? Он меня посчитал. Ладно. А, ну, броню тебя не снабжали, поэтому давай вот так тебе. Вскоре ты познаешь иную жизнь. Точно. Так, давай вот так вот пусть сделаем. Синоптики обещают дождь. А потом вот так. Таким звоном. Уа. А вампирчик там горит. Фигач, вампирчик. Размажу инквизитора. А сколько в нем осталось-то? Вообще никогда, они никогда не умирают. У них остается 4 жизни, 5 жизней. Лови заминосец. А у тебя блок, ну ладно. Так, тебя. Броня есть? Броня есть. Заигнорим броню. Угу, давай. Таким звуком. Ну что скажешь? О, да ты умеешь знамени драться. Давай. Мечи. 33, ну тоже пойдет. Мне кажется, он не доживет. Давай. О! Подлечимся. И еще рубанем. Все, кончился. Блин, он опять не кончился. Вот что за читерство такое? У них всегда остается 4 здоровья, 5 здоровья. Берите кровь. Сразу двоих. Цветочки поливают. За 90 уже были, рыцари тоже, по-моему, были. А, ну это элитный тип. Прицел не нужен. Стрессово тоже неплохо. Я, правда, стрессовым в последнее время не пользуюсь. Там меч какой-то был. Так, вампиришка что-то там апнула себя. О, капля. Увеличивает урон, уменьшает урон. А кому я это дам? У меня у всех все уже. Ну, эта штука универсальная, конечно. У меня все чем снабжены, да? Некому дать эту штуку. Да ладно. А еще бесполезно это. О, тут для тени. А это для Лукича, да? Силы Ратуса. Уменьшает урон, который лично наносит союзникам. Ну давайте вот так. Потому что там-то дурацкая штука довольно. Так, ладно. А что у Монарии-то я получил? Я же уже этого за минус смотрел. Ну да, это элитный знаменос, а это элитный рыцарь. Да, ничем не отличается. Один и тот же текст. Так, ладненько, тут чё? Закаленный клинок. Плюс 6 атаки. Дробить кость, это меч этот. Сверху. Ну, я оставлю. Не скажу, что это надо, но я оставлю. Так. Лечиться. Арена, понятное дело, морг. Ну вот этот у меня товарищ побитый. Ну я его пока оставлю. Возможно, он окажется слабым звеном, да. Ну а кого я мне с него сунул? Големище. Ну это камикадзе мне таким странным кажется временами. Можно, конечно. Ладно, давайте голема вместо него. Правда. А этого отправим подлечиться. Так. Троечка. На троечку можно что-то выбрать, наверное, да? Снимает все дебафы. Нахрена? Вот это интересно. Давай. Так. Заклятие и проклятие. Точно. Все в моей власти. Вот то.
Так. Слушайте, я вот уже не знаю, что тут брать. Что мне надо, что мне не надо. Кого мне надо, кого мне не надо. Ну, голема мне точно не надо. Так, что у мумии? У нее есть свое личное. Ну да, бинты для мумии. Бинты для мумии. У этого костяшки. У лукича и то есть что-то. Лукичиное. А, нет, лукичиного нет. Лукичиное было урон по своему уменьшает, точно. У этого... ману. Ну вот, давайте, ладно, пойдет. Так, мне лучница тут нафиг не нужна, мне уже все есть. Даже не знаю. Ну ладно, этот отряд пошлем. У меня все есть. Мне ничего не надо. Для вампира бонусов. Для тени. У меня есть еще одна тень, у него вроде такого нету. Ну это фигня. Либо это, либо вот это. Критический урон. Давайте вот для тени. Ну, если я ошибся. Тень. Да, я не ошибся. Так, что у нас бесполезного? Ману. Вот, способности не могу помахнуть. На. Вот так. Ну, как-то так. Кто нас ждет? А, там какой-то маг вместе с инквизитором. Ну, ладно. Теоретически можно было бы на псятину давить, но мне больше нравится фигачить их по дамагу. Так, возможно, в МПРС, возможно, назад, вот так. Ну чё, погнали. Маг. Монах. Ну, тоже не хреново. Можно было что-то с собой взять, но я что-то не взял. Кому в корячем? Первому в корячем. Ловящие косточки. Да, неувеличенный дамаг. Увы. Так, давай скелет. Начинай терпеть. А это какой скелет был? Ну ладно. Ой, такой. Типа, ой. Ну, у них блоки у всех будут. Треть. Они все в блоках. Я пока не могу ничего такого, поэтому... Давай. Подлечимся, да? Так, давай всем по блокам. Бабум. О, она игнорирует же. Я и забыл. И знаменосец. Значит, что им знамени надо сделать? Знаешь. Так. Что сделаешь? Это бабах. Давай. Давай блоки снимать. Мне нужна массовая атака. Ты кадильник. Меня только что желтым таким посыпали. Во, психоз для удушевления, ловите. Что получил? Паника. Берсерк хреново. Паника. Ну, это уже так, нормально. Так, неплохо. Пойдем, товарим на сдачу. Так, лови. Ну, мы тебя выкурим. Давай по всем. И вроде крит идет. А щиты не улетают. Странно, да? Так. Давай по всем. Так, минус блоки. И последние блоки пошли. Вот, с массовым своим дамагом, да. О, что злобно я задумал. Лучница может огрести, конечно. Так. Ну, психонечить их бестолку, поэтому давайте их выносить. Брони нет. Брони нет, значит, ловит такую. У тебя берсерк, ладно. Големище давай. Промах, так бывает. Серьезно, лови. Человечек. Он был оглушен, я видел. Но слишком поздно.
Бум. Откуда у меня блок? С кого-то снял. А, видимо, с кого-то снял. Так. Вот у этого щитов нету. Падаем, вкатим ему. Эй, у тебя паника, нет? Ну, у него промах увеличенный, в принципе. Так, брони нет. Держи такое. Что-то у меня все щиты игнорируют. Не пойму почему. Промах не кошерно. Сними с него щит последний. Вот так, мишка. Лови. Вампирчик подлечился. Так. Ну, давайте прицельно. 49-54. А это поджигает. Лови. Бум. Пропуск хода вообще шикарно. И давайте добьем. Welcome. Так, тебя уже поджигали, поэтому надо вот так. Так, ты... Ну, главное, не промахивайся. Все будет хорошо. Вампирушка. Все. Отъехал. Страдание окончено. Служение начинается. Несомненно. Так. Я такую хреновинку получил. Сейчас посмотрим. Так, что у нас тут? Вампирчик. Вампирчику здоровье подольем. У тебя ничего. Мы тебе, конечно, можем посмотреть что-нибудь хорошее. У тебя доспехов нет. Для данного миньона ничего хорошего. Так, ладно. Там была хреновинка. О, у меня много хреновинок. Точно дебаф всем дадим. Очаровательно. Пусть косоглазие у них развивается. Так, морг. Вампирчик из боев выходит вообще. Без повреждений. Так. Давайте посмотрим на карту. В чем я, собственно, куда меня завела дорога. Тут у нас жертвенный алтарь. Можно кого-то пожертвовать. Ну, ладно. Давай что-нибудь скрафтим кого-нибудь. Кого-нибудь скрафтим, что-нибудь пожертвовать. Скелеты, я думаю. Нубячего скелета. Пошли. И чего? Фишка. Силу заклинания увеличивает. Да ты, вы издеваетесь. За что? Я за что скелета пожертвовал? А? Ну давай вот это. Может, кому дам? У кого пока ничего нет. Так, а что, мне ничего не надо. Я ни с кем не воевал. Что ж там за хреновина такая? Ну ладно, пойдем хреновину убить. Так, эта группа в полосатых купальниках. Вперед. Сейчас посмотрим, что за хреновина. Ну даже если это голем, я дамагом его пробью. Да, и у него всятины нету. Ты кто? Элементаль света. О, как. Ты снимаешь все бафы с цели. Что за баф? Особенность. Неуязвим средством атак и поджиганию. Я тебя не буду стрессить и поджигать. Хорошо. Так. Могу? Могу. У него щиты. Вот я вот этого не люблю. Давай. Слабовато. Так. Бафов нет, поэтому стой. Вампирчик. Хил. Так, она их вроде к согласию положила. Да? Давай вот так. На треть здоровья сразу. Ну, мне кажется, он и кинжал свой мечет при настолько же денег. Так. Ну что, ловите, господа. Отличный выстрел. А сейчас блоки работают. Вот, может, другая коза. Так, ладно. Тебе здоровье надо восстанавливать? Да, давай-ка вот так, кританем.
Ох ты, как прыгнул-то. Ну это ладно. Оберег промах, хорошо. И на тебе тоже. Ну, по псятине, но глуп, конечно. Давай, бахни. Вот так. Так, что ты у нас можешь? Я могу еще тут колдануть, мерзкая. Ну так делай. Броню тебе уменьшим. Дождь из костей. Вот так. Слабовато. Там броня хорошая, мне кажется. Треть здоровья. Магическая атака, там щит. Поехали, давайте метать. 25. Печальненько так. Ну это ты слабак, дядя. Хоть ты и лютый. Ага. Он же ведь попал. Это не то, что моя вот эта бомба мешается. Так, у этих оберег, а эти погорят пока. Лечат? По-моему, нет. Так, ладно. Тебе еще кусь. Обереги там развели у себя. Броня есть, броня есть. Но там по 22 за удар. Я просто не... О, вот игнорируют. Давай. О, неплохо. Хорошо зашло. Ловите на всех. Ну вот так приятно же. Ох ты ж, козлина, попал. Оглушение выбыло. Окей. Надо выносить этого козла. О, опять у него осталось 6. Ну, я понимаю, что он догорит. Но все-таки. Давай по всем. У этого 0, видите? То есть он неуязвимчик такой. Промах. Ты лечиться? Нет, он не лечится. А вот этого лечить, да? Молодца. И бафов на него. Ох ты ж козлина какая. Промах, вот это хреново. Ну давай хоть этого выбью. Раз тот у нас гореть не хочет. Так. Давайте по всем еще раз. Ну я обереги просто сшибаю. Это результат тысячелетней. А этого лечит, смотрите, как. Надо тут козлину выбивать. Как взялась, а? Сама горит, а как помогает. Так, мне тут не нравится. Что там у нас? Да стой ты. Сияние. Плюс 2 блок, плюс 2 оберега. Вот, вот зараза-то, а. Добиваешь ты? Ну-ка ты куда? Потрём, да. Ну, так с критом. Так, ты. Можно по всем, конечно. Можно по одному. 29-31. Давай по всем. Ну, вломили. Что тут скажешь? Вали эту собаку. Лечит всех она, а? Ишь ты. Давай. Выпилили. Все, некому вас больше лечить. Раньше надо было сделать. Вот это еще, правда, с бафами, дебафами, зараза. Мы еще и до нее доберемся. Элементарь, блин. Ну вот по псятине ему без толку. Так, элементарь без брони. Ну тут смешно. Давайте, фигачить эту козлину. Незаменимых у нас нет. Ну, это было предсказуемо.
там оберег. Пустую потратил лошарок, кстати. Она оберег кастует. Она не очень оберегов навешает. Бом, блок тебе. Ладно, погнали эту заразу. Надо пинать. Иначе тут оберегов будут, не знаю, десятки. А это что было? А, на печках так и было, интересно какая-то. А я упустил. Смотрите, еще больше оберегов. Больше оберегов для божества оберегов. На тебе, зараза. А что у тебя там? Воскрешение. Вот это хреновина. Сложите в общую кучу. Охренительно, да? И осталось самым здоровым. Ну чё, фигачим? Будем блоки сшибать. Больше нечего делать. Надо эту заразу как-то пинать. Так, ну тут смешной дамаг у него. Он блоки я снес. И заново, да? Она сейчас будет накачивать на него бафы. Истинная защита. Что делает? Стрессовый урон. Ага, обломись. У меня стрессового урона. Стойка, что, стойка? Союзники получают, понятно. Рубим. Надеюсь, половина ушла. Хоть что-то останется. А сейчас опять воскрешение на себя заюзает, да? Ну, худо-бедно, эти ребята лечатся потихонечку. Что там? У него уже 10 защит. Охренеть. Воскрешение опять. Слушайте, а это непобедимая парочка. Он воскреснет. А этого я могу бесконечно бить. Фигачим. Буду сбивать с него защиту, что ли, тогда. Не знаю даже. После каждого хода она вешает на него две защиты. Это пипец. А еще раз. А что только один раз? Эй. 9. То есть это будет вечно воскрешать. Воскресать. А это будет вечно под защитой, да? Нормально. О, точно. Вот. Вот так вот надо сбивать защиту. Вот это было классно. Согласитесь. Лови. Вот это был заход хорош. И я сейчас повторю. Что вы думаете-то? Ну-ка. 2. Нормуль. Да ты можешь теперь сколько угодно. Я сейчас скелетом сниму все. Ай, быстрее надо только сделать надо все. Меня бьют сильно. Погнали. Вот так вот. Броня это поглощено, тут и без брони чувак остался. Оу, он же бронированный по самой, не балуйся. Ну-ка. 0, да, поглощено броней. Все, я проиграл. Он в броне по уши. Его пробить может только скелет. Потому что он игнорирует броню. Ну-ка, вот так. Щит, да? Щит. Holy shit. Я проиграл. Не, вот он вот это может проделать. Игнор брони и все такое. Ты что, еще его лечишь, что ли? Издеваешься. Воскрешение. Да-да, пою за свою. Оно пропадает, елки!
Да, но у него брони столько, что закачаешься. Я по 16 могу его тюкать. Я слишком поздно этим занялся. Зараз, 5 брони. Так, ну и чего? Я могу вот в эту кидать. Лечиться. К слову-то. Этот. Я могу срубить с него эту всю, но толку никакого. Там какое-то проклятие падает. В общем, тоже неплохо. Снесли фантома. Ну что ж, вы двое остались. Ну, фантом был довольно бесполезен, конечно. Ох, как ж ты бьешь здорово, зараза. Ну ладно, ладно, вампир лечится нормально. Хоть его хоть не лечат, его хоть только бафуют. Да отвалит от меня. Вот приставал. Сколько там? 17 осталось, нормально. Да не лечи ты его. Все равно не вылечишь. Блин, он меня сейчас выбьет этого. Ну такая. 38-42, он там защита. У тебя сколько? Воскреснем же. Давай, лови. Ну ничего, подлечился. У тебя чего? Трусость. Хорошо. Ну, я тебя добью. Так, я тебя добью. Вот. Ушел. Развлекаюсь. А это не воскрешается. Романты. Но сейчас убьет меня скелета. Воскрешаться? Воскрешаться. Да на тебе. Убил. Я могу создать пару сотен ног. Могу, конечно, но блин. Неплохо. Неплохо. Ты три счета. Куда нафиг? Блок. Но на себя эта штука блоки не кастует. Блок. От меня повоскрешаешься, зараза. Она еще будет воскрешаться же. Так, пошел дамаг. С одной стороны у него дамага больше, с другой стороны я лечусь. О, как хорошо крит зашел. А это у нас бесконечно, да? Я могу как пропустить ход. Я не хочу его сейчас убивать. В конце раунда. Я не хочу в конце раунда. Можно как-то пропустить ход. Понятно. Я не хочу его убивать. Он опять вернется. Встретить, блин, во бессмертных. Нет, ну серьезно. А он опять под конец сейчас устроит. Он опять под конец включит свое бессмертие. И чего? Это до чьего-то промаха мы будем биться тогда? На тебе. Я, может, в два бы его втащил. Слушай, это последние удары твоего сердца. Ты что сделаешь? А, меня будешь, да? Ну давай, крит. Ну крит. Чтобы оно сдохло. Нет, оно не сдохнет.
Ну давайте потихонечку тошнить его. У него сколько ходов эта штука висит? Не снимается, все на вечное. Ну и сдохни. Смельчаки — лучший источник свежих трупов. Ну ладно, давайте попробую дотошнить это за кадром. Скоро я покорю этот мир. Ну что ж, в какой-то момент элементалю не повезло. Он решил не вешать на себя воскрешение, а вампирчик поймал Крит. Не поймал, вернее, выдал Крит. Ну и все, элементарь кончился. Ну, раундов прошло много. Встретились два бессмертных, долго друг друга мочили. Так, ну тут нечего. Ну что, давайте восстанавливать. Что у нас там было? У нас была лучница. О, дорогая, твои трупные пятна очаровательны. Несомненно. Так, давай мы тебя сразу вкачаем. Ага, похоронную монету. Весь наносимый урон. Хорошо. Ну, это фигня. На тебе еще урон. Будешь жахать просто на все деньги. Так, отлично. После этого, кроме этого, мы тебя вот так вкачаем. А тут мозги где-то были. Стоп, это где-то были мозги. Я видел мозги. Но мозги же были. Мозги были. Давай. Вот так. И погнали. Крит. Физическая атака. Он мне больше нравится. Прерывает стойку, да. 14. 10. Ну, силу заклинания на время не хочу. При перемещении. Давай в стоечку вот такую. Так, ты... Сжигает на 2 хода, на 4. Это больше нравится. Оглушает. Оглушает. Вот это мне тоже больше нравится. Так, погнали. Эй, я же нажал. На тебе дамаг поболее. Уклонюсь тебе получше. И меткости тебе. Ну вот так как-то. Так, ну это были единственные мозги, к сожалению. А у меня еще должен быть... Эй, иди ты нафиг. А, это я могу такое создавать, да? Понятно. Где-то нафиг. Мне нужен скелет. Люди становятся куда прочнее, если убрать все лишние так, на органы. Вот это, на тебе черепугу, на тебе доспех. Так, что у тебя к этому-то еще есть? На тебе вот это. Хоть чуть-чуть его вкачать-то. Доходяк какой-то. Давайте силу заклинания пока дадим. В первом раунде. Да не наносишь ты урон. Если ты урон наносил. Здоровьюшка. Бронька. Чего я еще потерял? Фантома я потерял. Я бы сейчас охотник себе дернул. Давненько у меня охотника не было. Так, фантом, иди сюда. Есть что для фантома, для голема есть, для мумии есть. Ну я даже не знаю, чем тебя порадовать, фантомишка. Знаете, вот так. Ну ничего, больше тебе нету. Ай, держи. Для зомби. Для голема, для мумии. Извиняй. Че мог? Так, в школу их. Так, во-первых, у меня есть вот такой товарищ. Во-вторых, у меня есть почетный лукич. Ну, остальные все нормально. Так, тут что у нас сидит? Ну, тут, понятное дело, сидят. Так, ну как-то так. Что, чувак, вкачался 11 уровень? Блин, с кем я связался? Мне нужен результат.
Игнор брони и блока давай. С кем я связался? Это круче? Наверное. Так. Ну, защита-то есть на самом деле. Максимум. Вот так. Майот. Следующий. Способности. Ну, тут на самом деле похрену куда. Так. Тебе тазик щей. Стаканчик тебе не надо. Черепову тебе надо. Дайте тебе ничего нехорошего не могу. Поэтому держи-ка ты. Так, лич у нас. Во-первых, инициативу тебе. В максимум. Уворачиваться будешь хорошо. Вот, наверное, так. Что у нас по карте? О, тут еще одна такая срань. И я через это иду. Ёлки, мне все равно попался ненужный источник душ. А тут драк. Вагон. Опыт для миньонов. Опыт для Иратуса. Для миньонов. Для Иратуса. Для миньонов. Что пуфлыжные у меня миньоны пока. А Иратус ни хрена не надо. Так. Прерывает. Оглушает. Служи хорошо. Вот это надо было. Ну ладно. А ты служи хорошо, да? Пусть тебе везет. Везение то, что нам надо. Лукич. Ты будешь уклоняющимся лукичом. Вампирелу. Метки нет, не метки. Ты будешь везучим вампиром. Ты... Здоровишко давай тебе. Ну вот так вот. И что нас тут ждет? Ну, по крайней мере, не элитный этот паладин, которого терпеть не могу. Ну, вот этот вот сволочь. Или миндаль света. Он мне сейчас кровушки попортит. А, его вампирчик хорошо, кстати, бил. Можешь мне вот такую на него компашку зарядить. М? Че бы нет, да? Ну, давайте. Я понимаю, что длинная серия получается, но... А, стоп. Я же с собой что-то хорошее могу взять. Так, фишка, иди в пень, фишка. Чё ещё тут накрабил? С полным запасом гнева? Ну, спасибо. У меня и так с гневом всё хорошо. Так. Минус 20 точности. Ловить. Это подчеркнёт мою мертвенную бледность. Стрессового, блин, а тут что получается? Этот... В голову магического урона. Может это плюс 6 атаки всем миньонам. Давайте. Я все равно этим почти не пользуюсь. Наконец-то эта вещица попала в нужные руки. А чё? А, гнев, гнев, хорошо. Ну пошли вот так вот. Привет, абразин. Надо, ну меч-то ушел, правильно. Че я хочу? Так, я хочу тебя кусать два раза. Синоптики обещают дождь из кости. Ты мне не нравишься. Так. Не, какая средство атака. Ты у нас сегодня... Вот так. Руби его, да, точно. Так, вампирчик пошел. Вали эту свету, блин. Только двум, да? Ну, в принципе, тоже не хреново. Хотя можно на свету ополчиться. О, хорошо зашло. Это можно вообще всем.
тебя сколько? 164, много. А ловите все. Убей его, убей. Что ты ему делаешь? Воскрешение, понятно. А все-таки я немножко неверно сделал, знаете в чем? Немного покалывать врага. Надо было этих валить. Так, у тебя брони сколько? 21. Игнор. Игнор брони. Надо вот этих валить. Воскрешенному потом фигачим. А вот лишить его коллег защиты, это было бы здорово. Да иди ты. Лучник тут вообще лишний, по ощущениям. О, у тебя еще лечит. У нас лекарь есть, понятно. Не воспринимаю, почему. Всех лечит, да, понятно. Обломись. И что сделаешь? А, стрелять будешь, да? Здоровье, понятно. Тебя пока не трогаем. Тебя на закусочку. Так, на закусончик. Тебе. Лови. Эрос. Два. Выбивать вас надо всех нафиг. Истинная защита, ты от всятина защищаешься, я знаю. На тебе еще. Пропуск хода почему? А, глушили, видимо. Видимо, глушили. И этот будет опять сейчас. О, скелеты плохи дела. Скелеты все хреново. Руби. Молодца. Ты был ничтожеством, зато мертвым вполне пригодишься. Я просто сейчас скелета лишусь. Не то чтобы страшно, хотя скелетов у меня не так много осталось, как хотелось бы. Ловите на всех. Слабый крит. Грядет. Ну-ка давай-ка мы вот этого. Если повезет, сейчас его уговорим. Пробка, хорошо. Лечить. Нет, атаковать. Воскрешение. Поменялись местами. Молодцом. А что это светится-то? Что у тебя там? А, все, в щиты пошел, да? Вот ты ж зараза. Лови. Маленький урон, маленький. Надо больше. О, вот так хорошо зашло. Ну-ка, лови. Оберег? Это же не волшебный выстрел был. Лови ты. О, фу. Еще одна капля в океане тьмы. Ну что, начнем? Или сначала побегаем? Угу. Так. Ну, кто у нас такой борзый? Маги какие-то, да? Интересно, а если стадо вампиров выпустить? Это будет, наверное, очень весело. Я опять тоже ошибку совершил, да? Там же оберег. Убегает, убегает, убегает. Лечит этого орла и убегает. Ну, с вампирами ты можешь драться до посинения. Раз, не убежишь. Попался, не рыбись, а мы тебя воскресим, правильно. На тебе. Гореть. Расчленить их тела. Ну и, конечно, не треть здоровья. Ну давай. Вот так. Так, наверное, лучше будет. Вот ты еще и попал. Лечиться. Будем лечиться. Броня есть? Броня есть на 26. Мы ее проигнорируем. Вот так вот раз. И погнали. Опа. Хопа. Так, ну у тебя-то щита нету.
А вампирская гоп-компания это ничего. Человечество продвигается с опережением графика. Я ничего хорошего не добыл с опережением графика. Ой, блин. Что там дальше? Давайте в гробницу заглянем. Вампир. Офигенная штука. И что там дальше? Ну, все пошло. Как бард какой-то, что ли, правый. Ну, неизвестно кто. Ну что, все, вкачиваем и хорош. Что мне дали? Ну, конечно, согласно-то мне больше не дали. В общем, неплохо довольно зашло. Шестьдесят пять, так, 50. А у этого крит увеличивается, да нет, что давай лечиться будет больше. Покажи, что стоишь потраченных на тебя сил. Двадцать восемь, тридцать два, крит, давай крит. Отходит, отходит в любом случае. 25, 29. 13-14 тут. Не-е-е, давайте фокусированно. Гнева. Мана. Вот. Мана лучше. Истерия. 30%. Вампир 10 стойкости. 50. Мне это больше нравится. Атаки против цели. Цель теряет уклонение. О, теперь к согласию. Цель. Моих врагов ждет неприятный сюрприз. Цель обретает к согласию. Так, хорошо, характеристики. Чё, дамаг! Клоню учесть. Ну, как мог. Дать ему больше нечего, это всё специализированное. Ты, чё заработал? Ничего особенного не заработал. Меткость тебе. Так, ты. Везучий вампир. Ты. Меткий вампир. Ты ничего не заработала, но, блин, чуть-чуть осталось. Ладно. И в лечебницу. Доктор сказал в морг. Значит, в морг. А вампирчики, знаете ли, рулят. Так. Ну что ж, господа, на этом пока все. Жмите, пишите. До новых встреч. В принципе, осталось недолго. Раз, два, три, четыре. Четыре боя и пятый с боссом. Я думаю, что все-таки это, наверное, две серии будет, потому что, ну, а что я тут прошел-то? Я вот тут был. А, я... Нет, я не тут был. Я где-то откуда снизу вышел. Ну да. На следующей серии подойду, а там уже... Ну, как пойдет. Ну все, пока.